Перлета. А що, торе Віталька? Прадяйра. Коя. Ну, кокі, кілограміння? Угу. Гірай буто. Тут є от Іра Арнера. Nu, lydekos graužta. Na, ir jum kimba. Pradžiai tau. Čia kilinta. Žuvytė. Penta, šešta. Nu ja. Nežinau, aš jaučiau. Vienas žodžiu, kyba normaliai. Kimba. Kimba. Kibimas yra. Nu, žilka gal metro, metras žilka tarp žilkas eina. Gerai. Tik šita toliau užmesta. Риба жизни, вау, тиксли. Я придем уже ценим. Какую-то мелочь ловит. Сункея. Пора кило бус? Бус. Фантастика.
Дарю, кстати, нахуй что-то с кукурузы, передок должны кимба. Ну такое, сякое, сякал, да. Ну. Да что это кукурузы? Таки косня гривиска туре, а лесаки его. Пажайдю с укуялем гана. И таки парши кимба. Так. Нахти тикеш, у меня бус кашка стоит. Tai, užkabintavo už burnos šoną. Aha. Pakelk dar. Nu, desetka bus. Dar daugiau. Žiūrėjom dėl tokių, ne dėl tokių. Nėma. O paskui ryte šitų lėščių priplaksim, haką gerai užkabinsim, tu antrą kartą ištrauksi. Aš pafilmuosiu, o tu trauksi, Vladas, antrą tokį. Durnių nėra. Aš jį paleisiu, blin. Tai kas čia per žuvis taip pakyba? Koja. Kojytė. Žulytė, gražulytė. Kas anoto? Va. Kojytė. Žiūrėsiu kapitališkai.
далеко її пощовувати. Тернів вас, що то снаряду з покравки шкравк. Так ти посмотри, була жалваріння з тут, сніг, блядь, як ніг смум не унядаля. Жалваріння тут, а 5 кілограми. До літра віна тілка. Поскутіння, кай сака, ми ще дембелі герям. Совісайсь шитайс. Контрактникайс. Знаєш, котем герима под огуркшнев. Ах, ты малюзгов. Бед Дергина? Ну, вот так, как у Ялика, той штрауки. Ну, тас, кур пускаршис, їс, ну, неблога, сакичу. Аш мелочі скайтов. Скайті кіп норі, бет мано кіміс неблогас. Ба, а так я варім, та вот, вважуємо, сводил вот таку. А ще є та ще, ж у мене скайтов, ну, жовіс, у мене скайтов жовін. Це діва, дубль то. А не там мелочі, блядь. Нормальна риба, якщо б плівала би, так вона плівала б. Заметь одно, видишь, куда я ложу дикунов? Отдельную коробочку, ну, чтобы быстрее открыть. Ага. Если они будут уползать, они не в траву, а в комбикорм. Умно. Чтоб не потерять. Умно. А если потеряешь, то ничего страшного. Они будут растворяться. Они будут в комбикорме. Ну, пробуй червя. Ну, это уже все. Это сгнившие черви. Меняем других. О. У Станислава хорошие. Так, я уже накопал во, обрати внимание. Желтые, ну не желтые, но такие во. Ну они во, как змея во, видишь что делает? Крутится, да? Живые. Я его одеваю, я утром вытяну, он будет такой самый, если рыба не взяла его. Я тебе серьезно говорю? Иди, о, да. Смотри, о, что делает. Фу, блядь, комары не дают. А, заебал. О, одеваю. Слушай, просто... твои эти самые, значит, красивые слова войдут в историю. А, ну, я ругаться не буду. Поздно, дяденька. Нет, так это я нечаянно. О, и сколько комаров. Уже ругаться не буду. Не, на этой удочке крючки маленькие. Я понял давно уже это. Но если они китайские и острые, то их пойдут. Не, или острые, японские. Они нормальные, понимаешь? Их от плоту ловить и все такое. Это вещь. А вот... А на крупняка? Ну, по идее, как за рубежом ловит. Только на такие. А я спробую, знаешь, всякую фигню делать. Ты меня не зацепишь, блин? Нет, я тебя никогда в жизни. Профессионал ловит. Профос? О, блядь, на вашу сторону чуть-чуть. Нормально, не беда. Это самое, на Дариус. Развяжемся. И сколько надо ждать, чтобы этот самый клёв был? Ой, это полночи может дождаться. Сам, если понимаешь, когда дзюб будет, вот так вот, ди-ди-ди, то это через минут... Смотри, как дюбает. Тогда вытягивает смотреть. А если не тронуто, значит на траву закинул. Вот, допустим, вот эта удочка, она... Та сторона, видно, травой зарощ. Это я 100% знаю. А вот кидаю туда, вот, где вы кидаете, там нормально. Вот сейчас смотри, вот вытяну этого. Ну, 100% не скажу. Но она сейчас закинута в вашу сторону. Там травы не должно быть. А или там уже обожрали уже 100 баллов.
О, уже начинает мозги ебать. Ну, все вроде нормально. Ну, сейчас посмотрим эту. Может быть? Не, травы нет. О. Не чувствуешь? Не. А если сидела бы, дергалась бы? Ай, конечно. Не, здесь никого нет. О, ветер, если слева или справа, это нормально. Если оттуда бы дул бы сзади, то это все. Клёва никакого. Ну что, сейчас посмотрим. Ну что? Дикуны обсосаны, черви тоже. Видишь, у меня после кормушки два крючка. Ясно. Видишь, обсосано, все обсосано. Они на мертвого не будут брать, надо менять. Так, эту. Много чуть, али хуси. Ну все, ну червь вроде, али не уже, все. Это снимаем. Что там есть? А, здесь поднялся. Дикуны. Ну где вот такие вот, что есть его водянистые. О, первый этот вот. Убираю. И их не надо. Нет, ветер он для леща не мешает ночью. Без разницы. Он если клюет, он. Ну вот за задницу цепляем и все. Опа. Сейчас наоборот, чтоб не укололся. О, все, это зарядили, сейчас во второй поводок, а это будем заряжать червя пробовать, хотя можно было бы дикуна, или ай, а червя будем по-другому. Где они там есть? Это на карчеса? Да. На каждом озере отдельно, понимаешь, есть такие озера, что только на червя ловишь. Допустим, я как делаю, я смотрю, вот, видишь, червяк? Я его пополам ногтем тык, вот так делаю его. Опа, за середину. И ушел. Вот за середину и насквозь его. Посчитай, что два червя. Чулок. Чулок. А вот стараюсь такого поменьше найти его. И то. Там уже без разницы куда. Ну, у тебя букет получается. Да, вот. Это на критонском. На критонском ловят вообще по-другому. Их ногтем режешь, мелко-мелко-мелко-мелко одеваешь. Все. Это критонское. Ну, тут я не знаю. Я на червя здесь пробую, честно говоря, ну, не первый раз, а ли. Ай. Ну, пробую. Кузя. Но на червя я просто раз поймал меня. Зато и кидал. Так, значит, вот и тут. Ничего, лишь удочки какие короткие. Неудобно. Длинный, может, лучше было бы. О, слышал? Слышал. Слышал. Это стопор. Остановил. Да, он остановил. Я в одно и то же самое место кормлю. Я дальше не закидываю, а кормлю одно и то же место. Все. Все, сеанс кончился. Ну, сейчас упала обезьянка. Сейчас назад. Ну, все, подматываю. Леска садится и подматываю. Ну, садись ты быстрее. Ой, сейчас. Надо червя попробую сейчас, потому что сам клев начинается где-то после 12. А после 12 уже буду одевать дикунов. Ну посмотри, может, до червя, если клюнет, то буду червя задевать с дикуном. На один крючок дикун, на второй это. Oh.
О, есть камп. Ты им тогда? Виталька, унгурис. Это на сплав, по-честно. Это не кигало на сплав, логи. Блядь, маленький. Эх, на. Приби. Угу. Как мудро сдобарят кабин, кто и следовской, блядь. Не нори, но пьяло ты, а дня турики-то. Аж щита леска турю 0,30. Да что турю. Угу, а что-то экзотика. Пирма карт гивяниме. Ну, всегда будет на пирма карта. Че, аж ил? Мажутись, не мажутись, датай. Тут жінок, от її рейки відскірий іщити і мишелі, і відскірий ликіс. Ти клюкан! І б'єв, кад побігсиш там. От болян ба. Тут жінок, от жмоня стип дару, аж мачов. Іщити і мишелі, паскуй мишелі су, щита, кипче пасаке су. Мачатай екзотика. А чё-то як золотика мычали даже и ружи штрики мычали. Так а, поляди? Ну, гелянг. Курицы. Ішпловки. Ішпловки. Ну гарай. Ні, ну. Тегул ауга діділіс. Мажас. Ну ашку я кап гавна, що тем горей, нерші вена карта гівяніме тікте. Репасты ниршта. Кашкасты ира. Где ты? Ман интерне? Ну как не идите нас? Чел кибимас правильно сбуа. Какой штучка? Какая штучка? Только не отпускай, блин. Нет, я такие не беру, нахуй, маленькие. Ну, я тебе дам. Аж мазя с ним по голову.
Nu, kiek šitas? Toks pats kaip mano, ne? Nu, na, mažesnis. Mažesnis? Mažesnis? Na, čia gal poltaračiukas. Dar vienas važiu. Takoj že? Tukai mėgai buvo irgi geras kydymas. Kas mėgoja aš? Vitalika. Tu knarkiai mes knarkiai taip, kad mes net girdėjom. Ты покажешь или не покажешь, блин? Кого? Этих. Во-во-во-во-во-во-во. Молодец. Свякин. Приглался, приглался. А чё? Вот так, посекся. Сейчас ты можешь? А ты друга? Блин. Dabar? Noriu pamatyti.
O buvo? Kažkas tai buvo gero. Kažkas buvo gero. Gali pakelt? Vitali, pakelt. O, blėskil šeštų dobrų. Blė šeštų. Eta tvojo. Не, дома ещё кожа выпил. Да, чухай, теперь вкусишь.